Привет, ребятушки, с вами Джон Вик. И сегодня мы будем убивать еще больше бандитов за мою бедную собачку. Артур пока вышел погулять, потому что я сделал ему внушение. Но просто помните, если вы будете себя плохо вести, Баба-Яга придет за вами и покарает вас ректально. Короче говоря, всем привет, это Джон Вик, новая игра, которая вышла под VR. Я так понимаю, что она вышла в рамках рекламной кампании к новой части фильма, но я думаю, что те люди, которые скажут, что Джон Вик плохой фильм, вас реально надо будет покарать, потому что Джон Вик — это один из самых офигенных боевиков последнего времени, и вроде как на днях там выходит вторая часть, надо будет до кинотеатра добраться. Вот, я просто видел видео со съемок, ну, как там... Киану Ривз, Кианка наш дорогой, тренировался там с оружием. Он реально очень неплохо, короче, его инструктор по огневой подготовке, извиняюсь, задрачивал настолько, что у него движения уже, ну, просто на уровне рефлексов были там из кобуры, вытаскивать пистолет и тому подобное. Короче говоря, парень показывает в фильме, как он реально очень круто воюет. Господи, я говорю сейчас как какой-то рекламный агент. Ну, реально, это было прикольно, это было очень сильно заметно, и было вообще на самом деле удивительно. Вот, как правило, фильмы похожие выходят по два там за сезон. И тут вышел фильм «Великий уравнитель» про спеца, который там был, в общем, на пенсии, но в результате его вынудили убивать клюквенную русскую мафию. Так и вышел фильм, в котором Джон Уик, бывший, ну, тоже спец, в итоге, короче, был вынужден убивать русскую мафию. Два очень похожих фильма, два очень крутых фильма. Вот. И по второму, короче говоря, сделали VR. Я, как обычно, заговорился, но давайте посмотрим. Я думаю, что будет круто. Вау, этот пистолет определенно... Господи, что так громко-то? Ладно, вроде все пошло. Ох, эта игра. Я надеюсь, сегодня я с ростом угадал, потому что я не перенастраивал практически. А, во. Здравствуйте. Слушай, это же тот отель. Это тот отель из фильма. Тот самый актер. Здравствуйте. У меня здесь. Earpiece activated. Welcome back, Mr. Wick. Здравствуйте. Я бы хотел деньги положить. Тихо, спокойно, аккуратно. As you know, that is not an acceptable form of payment here. Тебе больше надо? Will this be cash, credit or otherwise? Я думаю, что кэшем можно... А, золотую монетку, точно. Господи, я давно не смотрел этот фильм. Монетка такая, как настоящая. Погрыз вроде золота. Please take advantage of the training room, Mr. Wick, as we tend to your room. Я прослушал. Use the touch screen to your left to call the elevator. Так, мы можем вызвать лифт, я вас понял. Ничего такого, просак. That would be most unwise. You do remember how to activate the lift, yes? Я помню, как активировать лифт. Ладно, давайте серьезно играть в игру. Почему вообще мне заставлять это делать? You do remember how to activate the lift, yes? I find that irritating. And now I find you irritating. Он меня сейчас пристрелит, по-моему. Так, ладно, все, я вас понял. Я поехал, вы же не против? Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, надо вот сюда встать. А то что-то как-то... А, смотри, я типа должен был стоять здесь, я сломал игру. Или игра должна была таким образом сломаться, нет? Pull the lever to activate the elevator. Enjoy your stay. And as always, we appreciate your business. Прикольно. Не знаю, очень круто пока что. Графон, конечно, на уровне. Welcome to the training facility. Please proceed with care. 3, 2, 1. Begin. Take your left. Take note of the weak spots in green. Как перезарядить?
out of ammo, Mr. Wick. You've unlocked an achievement, Mr. Wick. Я открыл achievement, но я не разобрался, как стрелять. Be careful, you do not shoot innocents. 2000 points. Message waiting for you. Это же мой номер в отеле. Так, а как ходить? Маска? Избавляемся от всего, чего нужно. Hello, Mr. Wick. This is the operator. I trust your payment has been delivered in good faith. Your mark, as it were, is in the parking garage across town. Good luck and Godspeed. Your old friend Ethan Powell is back. Management is requesting your assistance in defusing the situation. Ясно. Так, заходим. Погнали. Довольно потная игра, надо сказать, такая. Ну, типа, тут очень много шевелиться приходится. Ethan's car is located on the third floor.
Please take a moment to review your weapons. We've added a shotgun to your collection just in case things go bad. Я вас понял. It's one of Ethan's men. Take him out. Target down. My apologies, Mr. Wick. That may not have been the best advice. So much for the stealth approach. Defend yourself. They're coming. Use the trunk of your car for extra cover. You're out of ammo, Mr. Wick. Wow! Не такая штука, как этот пистолет. Мне нужно что-то более. Ола. Check your left. And down your course. You're out of ammo, Mr. Wick. Style down. Enemies are shooting from across the street. С улицы? Откуда с улицы? Enemies are shooting from the rooftops. Excellent. Нормальный парень. Enemies to your left.
better give me a damn gun next time. Из 10. Я думаю, на сегодня хватит, потому что у меня ноги уже гудят. Эта игра в плане приседаний и тому подобного. Фух, я дышаться не могу. Просто круто. То есть, реально, ты в ней настолько скачешь, приседаешь, постоянно вертишься в стороны, что это лучше любого тренажерного зала. Короче, это по сути тир, и тир очень неплохой. Но большего игра предложить не может. Но это пипец как весело. У меня были определенные проблемы с управлением, то есть я не мог дотянуться до кое-чего, надо будет еще перенастроить. Фух, но в целом давно из меня игра так пот не выбивала. Это было пипец как весело, я аж проорался. Даша говорит, ты что, говорит, так орешь, я как раз выхожу, говорит, в коридор, там соседи, и ты, говорит, орешь, лови фашист. Это было круто. В общем, спасибо, что смотрели, и это был John Wick Chronicles на игровом канале Блэка. Не забывайте комментировать, ставить пальчики, и всем пока.